Это история о том, как на нас монстров напала огромная дракониха, но зло побеждает. И мы победили. Смотри, это случилось обычным зимним днем. Кати и Светы не было дома. Монстры занимались своими делами. Кукла слушала музыку. Лерой поливал цветы, а зло уснуло на диване. Как вдруг открылась дверь, и вошла она, тетка Агата. Ой, батюшки, ой, замерзла. Ой, а тут душно. Скорее окна открывай. Мне это приснилось. Если бы, это кошмар наяву. Ой, ноги промочила. Ой, где батарея? Тазик с водой у меня, скорее, скорее. Ой, аж черти мерещатся. Ой, ой, батюшки, ой, так замерзла. Надо прятаться. Прячься, она близко. Мне-то что? Я кукла. Зря. Ой, батюшки. Ой, где диван? Ой, суставы ломит. Ой, устала. Присяду. Ой. Ой, кто что сказал? Помогите. Тетка Агата раздавила куклу. Help me. Минутку посижу и пойду чай пить. Help me. Извини. А ну потеснись. Чего бы? А куда мне? Там дракониха эта. Помоги по старой дружбе. Серьезно? Помогите. Ой, ой, что это на пульт села? Ой. Ой, чаю хочу. Ой, ой, батюшки. София, конфетка моя, дай расцелую. Не-не-не, не надо. Ой, ой, а где мои куклы? Света и Катя. На том свете. Ой, батюшки. Что ты несешь? О, крест, крест. Небось, со мной черт пришел. Не зли меня. Что так село называется? Тот свет. Свят, свят, свят. Смотри, память. Ладно. В деревне они. Через неделю будут. А, ну добре. Подожду их тогда. От новости, что тетка Агата останется погостить на неделю, зло поперхнулось чаем. Ой, простыла, детонька. Нет, я подавился. Ой, 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 померяй температуру. Не-не. На, быстро. Ой, посмотрим, что там набежало. Ой, батюшки, 40. Это моя обычная температура. Ой, помирает. У нас воду обычно 60. Ой, бредить начала. Быстро ноги парить. Я здоров. Ой, давай донесу. Небось, сил нет. Стоп. Я сам. Спустя 5 минут. Ой, ща картошку наварю. Дышать будешь? Не надо. Ай. О, София, ты попала. С меня хватит. Что ты сделаешь? Сначала разберусь с тобой. Ой, София. Уже здорова? Ну, я тогда Малахова смотреть пошла. Никогда не пропускаю. Ой. Опять. Тетка Агата все еще гостит у Светы. Ты мне помогать собираешься? Нет. Тогда попрошу ее.
через минуту появилась пиковая дама. Правильно, Андрюша, гнать их в шею. Ой, Авдотья, ты что ли? Так схоронились полгода назад. Ой, ща очки надену. Женщина, вы как сюда попали? Дверь, что ли, не закрыла? А ну, пошла, пошла. Свобода. Иностранка, что ли? Чего мучишь? Ой, батюшки, София, звони 102. Тогда пиковая дама зашла в комнату, села на диван, взяла пульт и переключила канал. И тут тетка Агата разозлилась. Зайди в чужой дом бесцеремонно. Ладно, прощаю. Напасть на хозяйку дома нехорошо. Но ладно. А вот переключить Андрюшу Малахова — это возмутительно! Брысь от селя! Ой, Андрюша, уже включаю. Напомни мне не трогать ее пульт. Тетка Агата все еще гостит у Светы, которой нет дома. А монстры не знают, как от нее избавиться. Ой, ты собираешься помогать? Если ты хорошенько меня попросишь. Не дождешься. Тогда справляйся сам. Я знаю, как нам помочь. Как? Я уже их позвала. Вечером они придут за ней. Пора. Заходите. Посмотри эту особь. Она подходит нам по всем параметрам. Отлично, забираю. Зачем вам эта дракониха? На нашей планете она будет считаться самой красивой особью женского пола. Она? А как же выглядят ваши девушки? Ничего особенного, так же, как и самцы. Вот вердых. Это особь женского пола. Мы заберем ее, если по характеру она добрая и покладистая. Да, не сомневайтесь. Запаковывай. Всего хорошего. Спасибо. Вот так монстры наконец смогли избавиться от тетки Агаты. Надеюсь, история тебе понравилась. А теперь напиши-ка в комментариях, что бы ты хотел, чтобы тетка Агата вернулась? Или оставим ее у пришельцев? Жду твой ответ.